Что там, Steel Division, вот бесплатно называется. Кстати, не бесплатно, но недавно в Гоке за 200 рублей купил этот диск Elysium. А к тому это то, что этот... Вот кого кто как учить плавал? Вот меня просто в озере... Вот, бросили, да и все. Вот и меня это тоже. У меня так, оп, сразу в воду бросили. Хочешь, не хочешь, доплыл до берега, нормально. И не я один, все мы доплыли. Блин, и здесь просто... то же самое. Не-не, я уверен, что ты не доплыл. Ну, бывают и такие. Слабенький был. Достоин жить. Не, ну оказалось достоин, все-таки доплыл. Просто заикаться начал. Доплыл? Да, вытащил, да? Ну, знаешь, как бы в свое время они бы, по-моему, даже не дожил бы до заикания. То есть, как бы... Да, в раннем детстве его и волки бы съели бы. В Спарте его вообще с горы скинули. Я в море в открытом череплаве. Мало того, что в море открытом череплаве, это еще анекдоты безумные рассказывали. Типа, я до сих пор помню детский анекдот, который мне папа рассказал. Тонет корабль. Выплывают пассажиры там, за круг спасателей, держатся капитана, говорят, а где ближайший берег? Вот, блин, 2 метра в углу. А куда? Да. Прямо? Не понял, где смеяться, повтори. В глубину смеяться. В глубину? Вниз, то есть там вправо, влево, нет, вниз. Понял? А, вниз, ём. Ага. А, подожди, вниз? Так нужно делать. Ну, не всем же давно. А у нас центр кто-нибудь поедет? Какой центр? Да зайди, мы туда полетим. Заметили, да? Представьте, именно одного. УАЗиком. Развертываемся там. На 10 градусов выше! Огонь! Интересно, если бы он сейчас кто-нибудь чертил по таймингу, сколько там полегло? Нисколько? А, слева? А на Григория никто не ведет кошемку в этот раз, да? Не вести? О-о-о. О, видишь? Одна игра хватает этого. Только почему-то они их ссут, видишь? Они испугались их. А нужно идти активно. Только один усвоил урок, походу, остальные нет. Не-не, остальные вон справа поехали, сейчас мои павушки лучше домой поедут. Не, не совсем они усвоили урок. Я сейчас еду усваивать урок, мне бы вертолетики направо. Да что за десант? А, я бобят. А я не куплю бобят. О, еще и лонгбоу привезли, ни хрена. Не, ребят. Вот там наш устал, Терафа. Енотик, вы бы уходили куда-нибудь в глубину. Потому что они нас облетают. Да, жалко, конечно, что я не привез этого. Шлемку на море ставь. Не убивай, они нам еще пригодятся их сдерживать. Они выступают. Кого убивай, не убивай. Я даже не подумаю, типа, что не, я думал, вертолеты, может, собираешься убить. Оказалось, нормально. Ты их собрался убить. Он просто прилетел и встал. Я думал, он нашу респу пойдет оттачить. Переценил его. Да. Ну чё, сел, давай взлетай. А давай бобят скинуть. Идите что-то вы нахуй от моей, блядь, К-52 и К-50, блядь. Что вам больше стреляет? О, дапы. О, иглу забрал.
Готовьтесь заказываться, нужно будет танков. И ПШМ-ку продублировать на Борисе. Заказывайте ПШМ после Рафа. Все-таки захуячили мне, блин, капся. Кошемочку, пожалуйста. Кошемка едет еще одна. По дороге чуть было. Месяц почти в одну минуту с моей приехал. Здорово. Привет. Салют. Здорово. Там онлайн. Миллион. Жуткие миллионы, да. А что, ничего не скинул? А что, я боялся тогда? Двигай. Скоп, двигай. Кого? Шерм. Все поставил, да? Все, принял. Спасибо. Потором. Ми-24 умер. Танки в чистом поле, ништяк. Так давно не играл. Соскучился, да? Когда ни дыма тебе не надо, ничего, просто верни едут и все. Надо их расстреливать. Кстати, справа, да, пооблетают. Ну справа там целая дивизия нас уже облетела. А серьезно? Так да. Да не, там Тунгуска стоит, не облетела. Не, ну в смысле Дреспа не облетела. Да сюда только. Классический МиГ-25БМ. Один вылет. Минус два своих МиГа, да? Нет, сразу падает. Да. Ну ладно. Такой противоположник, конечно, не понимаю. О, нифига, у них тут целая толпа зениток. Просто весь лес в зенитках. И все радарные. Дальше автоматика, не иди. Туда летит уже. Что он хотел этим самолетом сделать? Блять, полфоба выкинул на один радарник. Что такое? Ну какие полфобы, там всего 3000 снабжихи. Ну примерно. Блять, он две тунгуски забрал, прикинь. Это о, этот чувак ливанул, чей рейнджеры идут.
нахуй, там один на два. Бля, химеры, химеры нету, смотрите, ебаный рот, без ПВО. Вообще без ничего. Подарок кого-нибудь. Еще и weapon jam, он сейчас такой, какого хера? А это Джайл уже вчера с нами, Джейкус, Джалкус. Ебани по меточке, ты уже ебанул. Один, К1, К1. Не убил никого. Ну не убивай их, дай мне стрельнуть раз. Блядь. Кальт разобрали, ну ты какими танками играешь? Знаешь, что у него ПТУР летит быстрее, чем у это, МВ-1? Не знаю, быстрее или не быстрее, я знаю, что ты сейчас только что проебал столько танков. Куда этот ПТУР летит? Справа. Да. Сколько танков едет, ни хрена. Я вернулся. Вам нужен ангел-хранитель? Как прошло? Она попросилась? Ох, бля, да ёбаный насос, за что все мне? Куда нам отправляться, сэр? Чуть элитные войска дали. Ага. Шпада Хроньяра или как там, бля? Хуй прослышь. Польская ёба пехота, бля. О! Иглы вылезли, вылезли и сразу убили кого-то. Ибо нехуй. Пипец, в этот самолет прилетело. Артиллерия наводит порядок в уродливом хаосе. Олег. Нужно проверить хвостовой вид. Бля. О, пошли тандерболы. Хватит там фейерверк. Артиллерия наводит порядок в уродливом хаосе боя. Как нахуй я упал с бука. О, пацаны знают, что нужно выключать радарное ПВО. О, смотри, як уже тырит у меня снабжуху. Что-то у пацана пошло не так. А, это безрадарные ПВО, дорогой. Привет. А, вон там радарные. А вот там радарные. Убил, убил. Перемещаемся на новую позицию. Куда нам отправляться, сэр?
Нифига у него задержка. Над. Вот сюда летит. Как? Вот сюда летит этот. Кто-то стреляет артиллерией. А, ну тебе повезло. Ты чисто так прошел просто вот между выстрелами. Отбой. Эх, эх. Это безумная атака. Какуля, нет. Почему мне кажется, можно было сюда компьютером с тем же усилиями. Может, они как-то сделали, что типа можно сказать против компьютера играть? Может, правда мы против компьютера играем? Вы думали, что это весь онлайн игроков, а это онлайн компьютеров. Знаю Евгенов, я не удивлюсь. А шо, в дивизию они ввели ботов? Тандерболу этим конец. Да все, жопа. Он даже до моих ракет не долетит. Готовы дать залп, сэр. Толпа МТЛБшек чапарельку пилит. Капитан и экипаж приветствуют вас на борту. Чапараль стоит, и все, и у меня моя акула сэр. Кукула, блин. А на кого этот Томкэт зашел? На Т-80? На стрелу кто-то сейчас зашел. Да, кто-то стрелу стрелял. Блять, как в Киеве? Как в Киеве? Как в Тире. А, в Тире. Ну да, приятно. Костя, ты мне все накрыл. Это нехороший человек, конечно. Чуть-то на меня упал самолет, да? Минус 2 положено. А, нет, это артой он бьет. Все четко. Такой, наверное, ага, поймал твои ПВОшки. А я заказываю еще столько же. Кот, на перезарядку Ми-26. Мой сейчас подлетит. Патриоты. Наше небо. Орудие заряжено, к бою готовы.
Надо пангай вообще к ихнему фобу присосать, а то что-то. Я выиграл.